Сравните. Да, разница есть. Но участникам от 17 до 22 лет, а критерии жесткие. Горизонталь, вертикаль, красота и толщина швов. Соответствие чертежу на региональном этапе чемпионата WorldSkills студенты не должны уступать профессионалам. Задание очень сложное. В прошлом году на чемпионате, таком же чемпионате, который проходил в прошлом году третий раз, в этом году четвертый раз, задания были намного легче. Сейчас они усложняются с каждым годом. Это чтобы уровень участников повышался. Тот, кто выиграет здесь, будет биться за право пилить кирпич уже во всероссийском финале. Но даже на региональном этапе конкуренция мощная. Это для меня как опыт. На призовое место как бы не рассчитываю сильно, на первое тем более. Так как все участники сильные, все подготовленные. А почему такую профессию выбрал? Ну, потому что не получилось в некоторые институты поступить, пошел в колледж и запала в душу профессия. Все. А, то есть тебе прям нравится? Да. Участники – это студенты колледжей, но, по мнению экспертов чемпионата, некоторые из них уже профессиональнее действующих каменщиков и монтажников. Тот диплом, который они здесь получат, статус, он как-то на их дальнейшей зарплате, когда они уже устроятся, отразится? Я думаю, конечно, да. То есть уже будет работодатель, да, смотреть, какой диплом у человека, где он учился. Кстати, работодатели уже смотрят, только не на диплом, а на качество кладки или работы с гипсокартоном. Представители компании посещают чемпионаты и направляют своих специалистов в качестве экспертов. И молодежь пока держит уровень. Некоторых студентов вербуют за годы до выпуска из колледжей. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. День с толком.